Дара! Привет, ребята, опята! Меня по-прежнему зовут Дарья, и да, я все еще жива. И так как в последнее время я очень редко снимаю видео для YouTube, точнее вообще их не снимаю, то я решила открыть новую рубрику, где я буду показывать интересные моменты своей жизни, ну если, конечно, они еще будут, и рассказывать факты, которые происходили во время съемок. Нет, это не влог. И весь выпуск я буду снимать не на камеру, а на телефон, потому что он всегда со мной под рукой. Да и это... профессионально! Не знаю пока, что из этого получится, но если вам понравится эта рубрика, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я могла, конечно, сразу назвать как-то эту рубрику, но я решила провести некий коннект и спросить мнение у вас. И сейчас в углу экрана появилась подсказка, в которой находится опрос. Вы можете выбрать понравившийся вариант ответа или предложить свой, опять же, в комментариях. Скорее нажимай, и уже следующий выпуск этой рубрики будет иметь свое название. Ну а мы начинаем. Капец, дубак на улице. Это сегодня 30 мая, чтобы вы понимали. Я настолько тепло наделась. Вот вы думаете, действительно, что я сейчас говорю, типа, дубак. Я надела, внимание, теплую кофту, теплый кардиган вязаный. Сейчас я в пальто. И при этом у меня с собой даже варежки, потому что я их даже не убирала с зимы. А сейчас небольшая предыстория к следующим кадрам. Дело в том, что я учусь на втором курсе музыкального отделения. Ну а пока я смонтировала это видео, я уже его закончила. И помимо того, что ты играешь на основном инструменте, тебе добавляют один дополнительный. Если ты первоначально пришел с музыкальным образованием, тебе дадут баян, как мне. А если нет, то курай. Чего? Курай — это башкирский татарский духовой инструмент. Хотя наш курай, на котором нас учат играть, выглядит совсем по-другому. Потому что это не курай, это блок флейта. What is it, слишком сложно. И как раз в тот день, когда я начала снимать данную рубрику, девчонки должны были сдавать по кураю зачет. А сейчас я вам покажу место, где обитают все музыканты. Да ну нафиг. А потом каким-то непонятным образом это все переросло в группу, которая называется Рехетлене Туса. Великолепный татарский. И сейчас вы увидите первый совместный трек. Конечно же, ставь свой царский лайк, если тебе понравилось, и ты хочешь видеть в следующих выпусках Рехетлене Тусу. Но после первой репетиции мы решили пойти домой и неожиданно увидели учителя по курай и флейте. И сказав свою любимую фразу «Эйде», через мгновение мы уже сидели на его концерте, который он вел специально для нас. Сходила на учебу, а теперь я иду по делам выбирать подружке подарок. Да, я всегда хожу одним и тем же путем. Так вот, пока я иду, я поймала себя на мысли. Позавчера я гоняла на улице в одной футболке, а сегодня я надела пальто и поддела колгофаны. Хотя послезавтра наступает лето. Но, как говорит моя мама, не май месяц. Можете меня осуждать, но я обычно не поддаюсь всяким вот этим хайпам, модным трендам, вещичкам. Но я купила себе спиннер. Я не знаю, честно говоря, что это такое, но Дарья его купила и такая... Всё. Покажи какой-нибудь трюк! Теперь я буду самой крутой в школе! Ура, ну ты в колледже учишься!
Ну а на сегодня все. Ставь свои лайки, если тебе понравился этот видос. Давайте набираем 50 лайков и выходит уже следующий выпуск. Также не забудь нажать на колокольчик. И если каким-то образом ты еще не подписан на мой канал, то нажимай кнопочку «Подписаться». Ну а если ты еще не смотрел предыдущие вот эти два видео, то скорее нажимай на них, а я подожду. Нажимай.